Здравствуй, Юта. Здравствуйте. Ты пришла к нам Пушкина почитать? Да. Почему именно Пушкин? Потому что мне нравятся его стихи, они поучительные и добрые, и рассказывают красивые. О старинных словах. Красивые, а старинными словами написаны. А что читать хочешь? Руслана Людмила. Почему Руслана Людмила? Ну, потому что мне он нравится. Ну, хорошо, мы тебя слушаем. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песни заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы невидимых зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Там лес и дол, видение полное, там на заре прихлынут волны, на брег песчаный и пустой. И 30 витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных, и с ними дядька их морской. Там королевич мимоходом пленяет грозного царя, там в облаках перед народом, через леса, через моря, колдунь несет богатыря. В темнице там царица тужит, а бурый волк ей верно служит. Там ступа с бабой егой идет-придет сама собой. Там царь Кощей на златом чахнет, там русский дух, там Русью пахнет. И я там был, и мед я пил, у моря видел дуб зеленый, под ним сидел и кот ученый, свои мне сказки говорил. Одну я помню, сказку эту, теперь поведаю я свету. Спасибо, Юточка, молодец.